Друзья, рад приветствовать вас на канале Криптоинвестор. Здесь мы обсуждаем различные вопросы, связанные с инвестициями, с высокими технологиями. Безусловно, мы обсуждаем вопросы, связанные с криптовалютой, так как криптовалюта объединяет в себе все эти направления. И сегодня нашел для вас достаточно интересный проект, о котором поговорим чуть позже. И поэтому для того, чтобы не слушать этот шум в окружающем, соответственно, предлагаю вам перейти непосредственно на сайт и ознакомиться прямо с проектом. Как вы уже поняли из названия, речь сегодня пойдет про проект Navi CL Game. Это игра, лозунг которой гласит «Поймай террористов, спаси президента и получи награды». Предлагаю посмотреть проект Navi CL Game, который гарантированно добьется успеха. Ведь в нем есть четкая игровая стратегия, эксклюзивная экономика, не подверженная плохим событиям на рынке крипты, смешанный игровой сюжет о Трампе, террористах и морских котиках, и опытная команда, которая все время улучшает игру. И, конечно же, в ней есть возможность очень хорошо заработать, ведь игроки зарабатывали более 1000 долларов в день на подобных pay-to-earn играх, таких как Police and Chief, Pizza Game, Wolf Game. В Navi CL Game можно поднять еще больше. Navi CL Game – это новая риск-игра NFT на блокчейне Avalanche, вдохновленная всемирно известной видеоигрой Counter-Strike и токеномикой игры Wolf, только со своими инновационными решениями. Сюжет игры – это когда террористы атакуют США, хотят подорвать тротиловые бомбы во многих городах, секретная служба спрятала президента в тайном бункере, и он отдал приказ об уничтожении террористов. Ими займутся храбрые морские котики. Их задача в том, чтобы найти убежище и поймать и ликвидировать, прежде чем они взорвут бомбы. Вы можете быть в команде террористов и убежать с TNT, или играть в команде морских котиков, чтобы поймать террористов и захватить все токены TNT, которые они забрали с собой. Чтобы начать играть, нужно отчеканить или купить персонажа NFT. Их три вида. Это может быть террорист, морской котик и президент. Их потом можно даже продать на популярных биржах Tofu NFT, NFT Trade. Все в игре соревнуется за награды в токенах TNT. И чем больше наград у вас, тем больше сможете создавать NFT для персонажей, приобретать NFT для прокачки участников игры, стать одним из лидеров и получить еще больше вознаграждений, в том числе и POTUS NFT – самый ценный приз. Больше всего участников предпочитает получать морских котиков. Есть 5 разных команд, и 6-я команда самая мощная. Чем мощнее ваша команда, тем больше доля токенов TNT, которые можно забрать у террористов, и тем выше шансы поймать их. Котики находят убежище террористов, арестовывают их и захватывают весь запас токенов. Когда будут отчеканены первые 10 тысяч ген 0 NFT, для ген 1 выпустят новые игровые функции, чтобы игра стала еще более захватывающей. Будут арендованы бронежилет NFT, рация, дымовая граната, боевой нож и комплект обездвиживания. Когда все 10 тысяч NFT из ген 1 отчеканят, для ген 2 выпустят еще больше игровых функций. Интерфейс игры создан очень простым. Есть несколько страниц на сайте. Это страница монетного двора, страница, где вы можете подключить свой кошелек и посмотреть, есть ли вы в белом списке. Если нет, то где вы сможете смайнить ген 0 NFT с 10 апреля. Также есть страница выбора персонажа. Страница, где можно майнить ген 0, позже ген 1 с TNT и страница «Играть в игру», на которой можно делать или не делать ставки на NFT и получать вознаграждение. Есть и страница модерации оружия, страница для покупки улучшений, которые будут доступны в ген 1, а еще есть страница таблицы лидеров, специальные призы, которые будут разыгрываться каждую неделю за первое место в таблице лидеров. В игре будет выпущено всего 5 миллионов токенов TNT, 3,5 токенов передано пул вознаграждения за стейкинг. Пул будет пополняться в автоматическом режиме при каждой новой чеканке. А еще 1 миллион токенов зарезервируют для наград пользователей и 500 тысяч передадут разработчикам. Команда решила ввести специальный налог на продажу, чтобы игра развивалась и не было никаких спекуляций на цене токена TNT. Все токены, которые были получены от NFT в игре путем стейкинга и наград, облагаются налогом с продаж в 0%. Все остальные токены, то есть не полученные из игры, облагаются налогом на продажу в размере 50%. Этот налог будет использовать для выкупа токенов, пула ликвидности, наград и маркетинга. Благодаря интересной игровой механике и возможности зарабатывать, количество активных участников постоянно растет. В Твиттере их число уже превысило 4700 пользователей. Также проект неоднократно упоминался в ведущих новостных порталах, и количество откликов было очень большим. На текущий момент стартовал монетный двор, где будут чеканить ген NFT. 1 авакс для предпродажи, 1,3 авакса для публикации. 12 апреля будет раскрытие NFT, 13 апреля будет запуск игры и открыта ликвидность. 14 апреля 10 тысяч долларов авакс будет розданы аирдропом одному из счастливых обладателей ген 0 NFT. 15 апреля состоится бесплатный аирдроп ген 1 NFT
для пользователей, добывших не менее 5 Gen 0 NFT. Так что присоединяйтесь к Дискорду и не забывайте про другие ссылки. Сообщество принимает активное участие в игре, очень много постов, посвященных ей. Итак, в игре вам предстоят уникальные возможности для получения профита, и она будет все дальше развиваться. Рост числа сообщений в Дискорд и Твиттер впечатляет, это свидетельствует об ажиотаже вокруг игры. Команда и дальше будет улучшать ее функционал. Обязательно присоединяйтесь в Discord, чтобы стать участником монетного двора, где чеканят Gen 0 NFT. Потенциал у игры огромный, и вы можете получить много наград. Ну что ж, друзья, как вы понимаете, данный проект действительно заслуживает внимания. Соответственно, я рекомендую вам обязательно подписаться на все его социальные сети, для того, чтобы не пропустить основные активности. То есть подписаться на Discord, на Twitter. Ну, а у меня на этом на сегодня все. Как обычно, желаю вам хорошего времени суток, больших профитов. До встречи.